В наше время хорошо развиты цифровые технологии. Сегодня я хочу вам рассказать про профессию программиста. Программисты нужны в промышленности, науке, бизнесе и даже космосе. Также вы можете совместить эту профессию со своим любимым хобби. В нашей школе тоже работает учитель с образованием программиста. И вот как проходят его рабочие будни.